Доброго времени суток, с вами канал Это же Изие, и мы продолжаем Cuphead. Сегодня у нас на очереди, по плану как минимум, должно быть два босса и один run and gun уровень. Не знаю, сможем ли мы пройти нашу планку и как это получится, но увидим. Хочется именно сегодня двоих боссов валить как минимум. И пройти run and gun, хочу уже побыстрее закончить эту игру, потому что она мне немножко надоела. Я уже ее прошел для себя. И для видео хочу пройти, чтобы было четко показать, как надо. Но не знаю, как получится. Ну, надо уже, блин, заканчивать с этой игрой. То, сколько серий, там уже, по-моему, 10 у меня. Это очень много для Cuphead, очень-очень много. Поэтому надо потише еще сделать, а то я знаю, что очень-очень громко для вас. И для меня тоже. Поэтому делаем все нахер тише. И возвращаемся в игру. Поэтому начинаем с run and gun уровня и сразу же рестартим его, потому что не получилось нихера. Все, погнали. Надеюсь, сможем выполнить план, как бы. Выполнение плана — это долг, что-то там, перевыполнение, честь. Не помню, где это было, в каком-то, по-моему, в фильме. Это смешная фраза. Так, нахуй, короче. Но я думаю, мы сможем быстренько пробежать вот этот уровень. Он как бы не особо тяжелый. Я когда для себя его проходил, на самом деле, долго на нем сидел, но потом понял, что это очень легко. Может быть, даже, кстати, с первого раза пройдем. Было бы прикольно. Ай, дэш не нажал. Ну и хуй с ним, нахуй нам нужен. Так. Ну да, вот прикольно, мне нравится концовочка этого уровня, она такая прикольная, очень прикольная. И вот эти вот всякие приколы, там, типа, подпрыгнуть вот так вот. Чё-то уже сделали, придумали. Сука, давай. Опа, что делаю? Вот что делаю. Это все тренировки, блин, капхеда. Как бы они, блин, помогают. Правда, почему-то проебал хп. Вот меня бесит, он багуется у меня вот так вот, и все, и пиздец. Не знаю, что с этим делать. Знаю, ничего, на самом-то деле. Ну-ка, сможем с первого раза пройти. На самом деле, вот тут вот легкие моменты. Смотрите. Покажу, как это делать. Берете вот так вот просто. Опа. И все. Изи. Так надо манчить от креветок. Ах, сука. Вот сейчас не получилось, не получилось. Видите, почти до конца дошел. Я не знаю, почему-то проседает FPS. Сейчас, погодите, может быть, исправлю чуть-чуть. Так, возвращаемся в игру. Но, походу, не особо помогло то, что я там что-то поделал. Потыркал. И не дотыркался. Ну, хер с ним, на самом деле. Мы в лагах справляемся. Я не такой раньше переживал. Я вон когда себе City Skylines играл, там я в таких лагах там играл. О, вы бы знали. Многие бы из вас даже играть в такую хуйню не стали бы, но... Когда хочется, знаете, поиграть в хорошую игру, просто великолепную. Типа City Skylines, блин. Будешь терпеть все. Просто все. Я не знаю, как у вас, на самом деле. Ну, когда хочется, знаете, поиграть в такую хорошую, добротную игру, стратегию особенно. Подумать, блин, так, городостроительный симулятор. Я просто играл в SimCity, это такая хуйня. Ну, по мне так. Не знаю, как вам, может быть, вам очень нравится SimCity. Но мне очень не нравится SimCity. Первые серии были вот четкие. Просто мне прям заходили, я помню, в SimCity, по-моему, 2 играл или что-то такое. Вот это было, блин, прям кайф. Еще, по-моему, на PlayStation, когда было PlayStation 1. А сейчас просто... Ой, что я сделал? А сейчас SimCity сделали какую-то хуйню, вот видали, что там SimCity сделали? Печаль. Ну ничего. Поэтому для меня остался только City Skylines, единственной нормальной херней, которую можно позалипать. Так, надо задоджить его отсюда, как пизду. Он дурак. Какой-то. Давай подпрыг, хорош. Не долетел, ну как так-то? Обычно долетал все время. На хуй с ним. Хули нам, пацанам, как говорится. Так, погнали. По осьминогу прыгаем. По каракатице нашей любимой. Потом из нее сделаем этот... Нет, въебал. Хорош. Третья попытка уже, третья ему. Вот мне кажется, с третьей. Давай, бог любит троицу. Я думаю, мы сможем сейчас с третьего раза его легко проходить. Не знаю, просто меня что-то фризит, не знаю, раньше, блин, фризило, я вот играл, записывал, блядь, было весело, четко, смешно. Круто.
Тут что-то хуяк зафризило все к херам. Ну ничего, ничего. Мы справимся. Мы молодцы. Блять. Ладно, хуй с ним. Так, обязательно парируем эту сраную рыбу. Опа. Грамотно все делаем, грамотно. Забираем монетку. Блин, вот что творю, что творю. Опа. Ежиков валю, морских ежей. Ну, по крайней мере, так представляются мне морские ежи. Я таких просто видал, когда кто-нибудь смотрел Бера Гриллза. Выжить любой свой, он таких ел там. На Гавайях. Хорош, я вот запизделся, блядь, про Бера Гриллза. Опять не долетел. Опять не долетел. Ну как так-то? Что-то не то. Вот что-то не то. Но ничего, ничего, мы справимся, опять же. Хули. Хо там, блин. Рыбку ебнул даже, когда я не стрелял в него. Вот обожайте кольца. Сука, ну луковые кольца. Сейчас сыграли со мной злую шутку. Так, нет, это я... Что-то... Расслабился, когда не надо. Ду-д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 у. Вот меня бесит вот эти чуваки, блин, из Соника, блин. Вот кто скажет, они очень похожи на Соника. Там, блин, не помню, в каком был, во втором такая же хуйня была, которая выкидывала шипы. Вот они, блин, молодцы, подрезали там всякие прикольные идеи там от многих мультиков, фильмов. Каких фильмов? Фильмов-то, наверное, нет. Всяких игр. Подрезали всяких монстров. Сделали шедевр под названием Cuphead. Вот многие... Я вот смотрел вот этот рейтинг лучших игр от Игромании. И там Cuphead не было, блин, финальной темы. Там была сраная Зельда. Вот кому, блядь, нравится сраная Зельда? Я просто не понимаю. Блядь, вот кому нахуй? Это, блин, старое говнище, блядь, для свеча, которое стоит нахер. Свич стоит, по-моему, 30-ку нахуй. Я, блядь, за 30-ку могу, блин, PlayStation 4 себе купить, и радовался жизни. И в бус не идут ни, вообще ни разу. А тут, блядь, Зельда нахер, ё-моё, сран. Она еще и стоит 5000, это просто... Что это такое нахер, вот мне не скажите. И она, по-моему, там второе место заняла. И я тогда просто расстроился, я такой думаю, блядь, Игромания, как так? Вроде нормальная хуйня, вроде там Тоха Логвинов не работает. Или работает, я хуй знаю, где он там работает. Но это трэш был. Бесит меня этот Nintendo Switch, она, блядь, все ее купили нахер. И она всех купила. Вот это самое печальное. Nintendo Switch полная херня. Я вон, в детстве даже у меня не было ни Дэнди, ни хуя. Вот, не понимаю, кайф по Марио, там все такое. Мне, блядь, даже когда в детстве я вот играл в Марио, по-моему, на ПК. Мне уже тогда не нравилось. Это какая-то херня была. Я считаю, что Марио самая переоцененная игра вообще ever. Как бы есть намного, блин, интереснее игры, типа Соника, блядь, того же самого. Вот Соник, блядь, идеальная игра. Даже если бы я в нее не играл в детстве, я бы, блядь, все равно говорил, что Соник круче, чем Марио, блядь, раза в 4 минимум. И, блядь, Марио-то видали, она просто убогая. Выглядит как говно. Ну, ладно, что-то я, блин, про Марио слишком много запизделся, про Nintendo. Я думаю, так многие понятно, что, блин, Марио полная хуета. Полнейшая. Но это мой внутренний пригар, я не знаю, как вообще это можно играть просто. Не понимаю. Кому, блядь, интересно, нахуй, игру про усатого вода, блядь, проводчика. А, блядь, вот покупают, значит, сука, интересно. Хуй знает почему. Еще, блядь, фильмы есть. Вот фильмы я тоже смотрел, полный бред какой-то, нахуй. Неинтересный. Ни разу. Давай, давай. Хорош. Вот что-то запизделся, вот не могу пройти уровень. Хотя он проходил, он на изях, он очень прикольный. Мне нравится в конце, когда-то, блядь, осьминога пиздишь по голове. Вот это было прикольно. Скотина. Я вот потом, может быть, если вот захочу, короче, сыграю в одну игру для Сеги. Очень охуенная игра. Просто, блядь, отличнейшая. Я надеюсь, кто не знает, это типа Beyond Oasis. Это, бля, такая офигенная игра. Я, блин, в нее в детстве, блин, играл. Просто проходил столько, блин. Ну, хотя нет, в детстве я не проходил ее там. Я в детстве был тупой слишком, чтобы пройти, и мне было лень. Там еще были такие картриджи прикольные. Там у них была батарейка, короче, внутри.
чтобы сохранять было. Это была, наверное, первая единственная игра, когда можно было сохраняться. Ну, то, что я за один раз хуй пройдешь, это реально. И кодов там не было, типа. Просто раньше, типа, надо было, чтобы сохраниться, коды вести, типа, в Тине Туни, всяких таких игр. В Дюну. На Сеге. А вот там не было кодов. Они там батарейку вставили, такой, знаете, для часов. В картридж я вот разбирал, и там батарейка такая стоит. Я так в детстве не понимал, зачем она нужна. Но потом, когда подрос, понял, что, блядь, это чтобы сохраняться, нихуя себе. Это было жестко. Тогда в детстве эту игру не прошел, потом такой думаю, блин, как она называется? Долго-долго искал ее на сайтах с симуляторами всякими. Потом нашел все, такой думаю, блядь, охуенная игра. Прошел ее на компе. Потом, блин, скачал, у меня был планшет, Acer, по-моему. Я скачал эмулятор туда, прошел ее еще на планшете. Вот сейчас она не вышла для айфона, я сейчас ее на айфоне прохожу. Просто везде, везде прохожу эту игру. Она потому что отличная. Я, может быть, даже как-нибудь сделаю видео по ней. Летсплей. Чисто по приколу. Мне похер, что никому нахуй не интересна она. Но мне норм, мне нравится. Как бы как-то так. Все, короче, надо собраться и пройти уровень. А то что-то запизделся, я уже не могу собраться. Так, мы этих ежей морских гасим. Хорош. 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 Тогда отлично. Вот сейчас, наверное, все должно быть изи-бризи. Вот этот краб меня бесит, он еще, блядь, багует в последнее время. Я, блядь, до этого не баговал. Еще FPS-ы проседают, тоже не очень круто, на самом-то деле. До этого не проседало. Так, тут главное подловить звезду Давида. Хорош подловил, блядь. Называется скрин. Да ёба на в рот, да чё не долетают-то нахер? Опять с одним хп, ну пиздец. Как так жить, блин? Поэтому давайте, я думаю, сейчас получится все четко. Давай, давай. Опа. Оп, блядь. Сука, ну почему я не нажал дэш? Почему я не нажал, сука, дэш? Я уже, блядь, 10 минут на этом уровне сижу. Ну как так-то? Я думаю, не надо так. 10 минут на уровне, все, блядь, собрались, короче, с полной уверенностью, с полной фуреку. Концентрацию, блядь, подняли. Блядь, странная рыба. Летающая. Ни разу не видел летающих рыб. Знаю, что они есть, но, блядь, это пиздец странно выглядит. Это все равно, чтобы корова для меня летала. Не корова, корова слишком более большая. Курица все равно, чтобы летала. Вот это жестко. Опа, блядь. Просело так неудобно. Так, все вроде отлично. Замечательно, замечательно. Давай, давай. Опа. Хорош, блин. Опять все проебал. Ну, мы с одним хп, я думаю, пройдем. Если сейчас не засем какой-нибудь хуйне, не прыгнем там, где не надо прыгать. Не упадем там, где не надо падать. Ну вот. Или не получим урон там, где не надо получать урон. Ну, что-то типа того. Как всегда, какая-нибудь неожиданная херня такая. Форс-мажор такой. Появляется и тебя просто выносит. Для тех, кто не смотрел прошлую серию, я скачал себе... Ну как скачал? Поменял просто скин нахрен Капхеда на Магмана. Потому что меня заебал игра за красную чашечку. Хочу играть за синюю, блядь. Хотя красный мне цвет больше нравится, но Капхед, ну за него все играют. Все просто за него играют подряд, а я за Магмана хочу. Как бы, блин, мне просто вот не очень нравятся такие темы. Особенно в самой игре мне выбирать нельзя. Не знаю почему, как бы, блин, что от этого хуже стало бы. Как бы я не понимаю, почему нельзя выбирать. За кого ты хочешь играть. Вот это, я считаю, главный минус этой игры. Как бы, и все. Как бы, не знаю, вам что, сложно было сделать выбор персонажа, я бы, синий или, блядь, красный. Но они это не сделали. Не продумали, на самом деле, не продумали. Опа, опа. Хорош, блядь. Чё творю? Опа. Вот, да, с двумя-то хп уже легче будет намного. Опа. 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 Хорош. Грамотно все сделали. Опа. 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 Вот нормально. Четко, мне нравится. Вот стоишь просто вот так вот, блядь, пускаешь кольца.
И все. И уворачиваешься тупо от этой херни вот так вот. Прикольно сделали. Просто необычная такая механика, знаете, у других такого не было уровня. Блять, надо валить отсюда срочно. Хорош. Хорош, хорош, просто, блять, потенциальный чемпион. Ну хуй знает насчет двух боссов еще. Я попробую сейчас, конечно, их пройти. У меня есть там на примете парочку, которых легче всего. Ну, мистер робот я в жизни не... Ой, что так громко, пиздец. Мистер робот, я думаю, в жизни мы не пройдем. На... Прям на видео, прям так, чтобы смотреть и проходить. Потому что он жесткий, очень жесткий. Я не знаю, это, блядь, была моя самая большая травма в этой игре. Психологическая. Так, молодцы. Этот уровень затащили. Не прошло и 15 минут, на самом деле. Но хуй с ним. Так, пошлите в театр. В театр, я думаю. Сходим в театр сейчас. Посмотрим представление. Вдруг там Гамлета показывают. Поставили Гамлета. Или еще что-нибудь. Посмотрим, насколько там круто. Так. Не, это не наш выбор, надо вот этим стрелять в нее. Хорош. Это тоже не наш выбор. По факту, да. Вот это мне прикольно нравится. Мне нравится чувак на заднем плане. Он такой, бля, угарный. Бегает такой, типа, в шоке. Хорош. Просто всрал все. И священник тоже, бля, топовый. Так, манси, конечно. Весь у меня этот веер, на самом деле. Он, блин, не пропадает еще очень долго. Ты так забываешь про него. Потом он хуякс так и появляется из ниоткуда. И ты такой думаешь, блядь. Почему я забыл про тебя? Почему? Ну-ка, давай. Опа. Ну, блядь, вот это лол. Все, наслилось, нахер. Нравится, видишь, такая бера такая, нахер, на машине. Прилетает и сваливает. А потом у них появляются дети. Цветы жизни, как бы. И он все так же в шоке. И она все так же раскидывает свои вееры. И еще крыс. Хорош. Ну тут я сам себя загнал в угол, на самом деле. Просто в тупиковую ситуацию. Как говорится, в тупик эволюции загнал себя. Ну ничего. Хорош. Отлично сейчас было. Просто MLG Pro Gaming. Как я называю это. Так, надо, блин, подальше отлететь, а то... Ну нахер ее. Мало ли что произойдет. Все-таки любящая женщина. Но не меня. Ну все, она сваливает. Теперь мужику стало весело. Он теперь счастливый. Ну ничего, бывает такое. Давай, покажи мне класс. Мэри Поппинс. Так, главное еще за детьми следить, а то дети, бля, могут меня бутылочкой уебать. Хорош. Нет, не хорош. Хотя нет, хорош. Да, блядь. Пока вроде все по плану идет. Вот сейчас будет прикольный момент. Ну, не момент этот, прикольная стадия. Когда она будет говорить, что метеор, допустим, кидает она сейчас. Как инвокер. Потом Big Wave. Опа. Прикольная фигня. Лайтинг. О, теперь лайтинг. Теперь шторм тут вовсю летает. Блять. Сука, затупил. Еще 2 хп в самом. Хуйня. Ну это надо уметь. Как в пизду нахер. Мало ли сейчас что-нибудь такое лютое. Бля, просрал. Просрал все, что имею. Опять проебу, бля. Не, ну тут нахрен, я думаю, надо все-таки колечки. А! Колечки. Луковые колечки мне не помогли. Сука. Ну ничего. Нам не привыкать по 100-500 раз переигрывать, как бы. Для тех, кто смотрел хоть что-то в прошлой серии, то
тот знает, что я могу очень много переигрывать, очень дохуя. И очень не нужно. Самое главное. Ну хули запизделся, так у меня сейчас пока что еще не привычно особо. Пиздеть и этот играть. Это тяжелая задача. Ну, честно сказать, попробуйте сами говорить что-нибудь и играть. И надо, блин, концентрироваться, думать, что говорить еще. Сложно, сложно. Давай. Ну ничего, мы привыкнем. Будем, блин, говорить и концентрироваться в два раза лучше. Может быть, в три. Желательно в четыре. Как бы, как иначе-то. Блять, прям на нее нарвался. Ну, пиздец. Ну, вали ты нахер отсюда. Хорош, блять. Просто трэш, она сейчас что сделала? Мужик аж заплакал. Машину разъебали где-то еще. Дураки, блин. Давай, давай. Big Wave. А, да ладно, метеор добавит. Вот это вот не знал, вот это вот не знал. Думал, метеор, блядь, как метеор. Просто декорация, текстурка. Надо, в следующий раз буду знать. Ничего. Ну давай, давай. Хорош. Сердечки свои посылают. Хорош. Нет, на меня твоя магия, блядь, не действует. Медуза, блядь. Хотя, походу, действует. Видите, я поплыл аж от ее любви ко мне. Сука. Нет, нет, это тоже не по-нашему. Они еще что-то аплодируют, блядь. Хорош. Блядь, ну, сам себя опять загнал в такую жопу. Как так-то? А хотел показать им LG Pro Gaming, троих боссов, один уровень, блядь, все это за полчаса. На самом деле это не LG Pro Gaming, конечно же, но, бля, для человека, который, бля, в платформе уже не играл 100-500 лет, вот такие вот лютые. Там, где надо прям дрочиться. Это было бы LG Pro Gaming. Бля, она за экран ушла. Как так-то? Давай, давай, сучка. Сейчас мы тебе надаем по щам-то. Ну-ка, ну-ка, давай, что они сейчас закидывать начнут опять своих крыс заводных. Заводные крысы. Это как заводной апельсин. Только заводные крысы. Бля, я думал, что то, что остается от бутылочек, тоже дамажит, я бы угарнул, блин. Ну, с таким дэшем это очень легко, на самом деле, дамажит, блин, мансить ее. Или тема. Ну вот сейчас надо не забыть, что, блядь, метеоры всякие дамажат. Опа, метеор. Опа. Big Wave. Ну-ка. Вот дебил нахрен это сделал. Понятия не имею. Так, теперь главное мансить вот эту хуйню. Опять шторм. Шторм, шторм. Не надо шторма. Все, нас зассало. А теперь главное попасть в нее несколько раз и все. Будет изи-бризи. Блять. Хорош. Ну нахуй. Будем просто так закидывать. Все, нокаут. Нокаут. Нокаутище, ё-моё. Что могу? Вот что творю. У нас есть где-то около 10 минут, чтобы увольнуть еще одного босса. Я думаю, получится, получится, если мы так дальше будем продолжать. Грамотно все расставлять приоритеты, как валить, то, блядь, будет все супер-пупер. Будет все супер-метр. Да, Б с минусом. Так, театр пройден. Театр мечты, это прям Олд Траффорд какой-то. Погнали. Погнали теперь вот на этого босса. Он тоже один из самых легких, который, ну, как мне покажется, на данном этапе. Если особенно много хп не просирать в никуда. И тогда у нас останется кто? По-моему, Медуза, Доктор, Роботник и все, по-моему. Я думаю, в следующей серии мы их вольнем. И уже на третьей серии уже вольнем Дьявола и этого. Нормально, осталось три серии где-то так. Наконец-то, наконец-то. Я смогу что-то новенькое. Блять, не то нажал. Не ту кнопочку зажал. Хотел стоять на месте, но получилось так, что побежал.
хер знает куда. Просто я вот уже вроде более-менее понял, как его валить. Как-то вот так вот надо это делать. И его, сраных птиц, нет, не так, походу. Ну ничего, мы, блядь, справимся. Нет, походу уже не справимся, надо валить от них. Вот сука, что делают? Ну, честно, я бы уже переигрывал, сам, чтобы не тратить. Ну вот, сейчас сам перейти. Так, сейчас так переиграют. Естественным путем. А то не круто, на самом деле, когда, бля. У тебя уже почти ничего не осталось, хп. Печально. Ладно, будем еще так подкидывать. Главное успевать вот этих пидорасов сбивать. Которые летят куда не надо. Ну-ка, давай, давай. Закидывай меня своими глазами. Презренными. Ты потом будешь смотреть людям в глаза-то, когда у тебя глаз-то нет. Так, он все слился. Кто там будет, по-моему? Сейчас будет скелет. Скелетон Кинг. Опа, хорош, спасибо. Мне нравится, что они иногда подгоняют тебя куда надо. Вот что они сейчас сделали. Сделали мне помощь только. Одолжение, я бы сказал. И опять сделали одолжение. Просто лучшие. Лучшие тиммейты. Ну-ка, теперь будут, не знаю, кто. Часы какие-то, ну не часы эти, блядь. Хорош, все. Давай, давай, давай. Блядь, тут же еще эти, я и забыл про призраков оперы. Так, теперь, наверное, главное, грамотно сейчас выставить позицию. Блядь. Опять все засрал. Лавка. Эх, ну с одним... Не, блин, только хотел сказать, с одним хп что-нибудь да получится. Получилось, только свидеть, к сожалению. Ну, хер с ним, хер с ним. Ну, да ёбана в рот, ну как так-то? Да сраный баскетбольный мячик, ёбана в рот. Хули тут забыл? Понятия не имею. Ну ничего. Давай, давай. Опа, хуй тебе. Не столкнешь меня. Или столкнешь все-таки. Давай, давай. Ну нет, 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 только никуда. Нет, нет, сука. Мразь. Что я сделал? Какую-то дичь сотворил на самом деле. Потерявшийся я был. Потерялся я. Очень сильно. Вот эта гнида уже летит нахер на круглое. Чтобы скинуть очередное мыло на пол. Вот сука. Вот сволочи, блядь, что они делают? Ну зачем? Зачем? Зачем закидывать? Блядь, что творю? MLG Pro Gaming рили сейчас было. Для тех, кто в теме. И знает, что такое MLG. Блядь, давай, давай. Нет. Нету, блядь, там безысходность какая-то была уже. Ну-ка, ну-ка, сейчас меня опять сюда закинут, да? Скотиня. Пидораса. Нет, нет, ну... Блядь. Ебучее мыло. Наверное, еще какой-нибудь дав скидывают, дорогущее, блядь. Потому что, блядь, мажор сраный. Ну, хер с ним, хер с ним. Сейчас мы быстренько валим вот эти часы или что это. Нет, 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 ты умрешь раньше. Нет, я умру раньше, походу. Чем это хуило. Эх, стрёмная херня. Мне аж прям страшно, как будто, блядь, на кладбище залетел. Все же с друзьями бухали на кладбище. Я вот нет. Потому что я адекватный человек. Да, блядь, пиздец. Или ночью ходили гулять по нему. Опять же, я не ходил, ну нахуй. Чё там делать? Чё там делать? Там скучно, там, блядь, кругом тишина и мертвецы. Не самая лучшая компания, честно сказать. Блядь. Идите нахрен, ну нахер вы идите. Что творю? Сука, быстрее валим от него.
хорош. Как снайпер сейчас сбило. Падла, и тебя тоже туда же, блядь, в могилу. Все там будем. Да вот хуй тебе. Мы что-то решил скинуть. Может быть, он выкидывает PS4? Хорош, блин. Ну, пиздец. Ай, трэш какой-то, трэш, блядь. Не получается как-то так. Как-то так и не так. И никак вообще не получается. Странная херня. Казалось бы, легчайший. Просто изи-бризи, стой, блядь, и стреляй. Да и сбивай мыло. Давай, давай. Не сбил мыло. Пиздец, ну, не сбил мыло называется. ХП просрал, блядь, в никуда, блин. Давай, может быть, сейчас получится лучше. Давай, давай. Блядь, ну куда он меня отвозит-то, сука? Хорош. Хорош. Куда опять повез меня? Вот иногда они, блин, везут куда надо. А вот иногда просто в жопу загоняют. Ну, к примеру, как сейчас была полнейшая жопа. Ну, все, пиздец, ну. Да, в центре меня. Хорош. Правда, толку-то особо нет. 0, 1 хп. С одним хп можно только, блядь, мыло уронить, на самом-то деле. Дальше там потом будет стадия вообще какая-то не очень крутая. Такая мыльная. А куда меня, блин, везут опять? Заебали. Не везите меня никуда. Хочу здесь быть. Я отстреливался от пидорасов. Интересно, это не пассажиров выкидывают? Я так полагаю. Хороший поезд, хороший. А что, видите, там в окне, блин, там кто-то сидит. Видит таких же демонов. Демонов, блядь, привидений. Соответственно, они выкидывают их нахуй из салона. Прикиньте, вы бы так, нахуй, кондуктор такой, билет ваш. У вас нет билета, вас также бы нахуй выкинули. А потом какой-нибудь кружка-голова вам пизды давал. Ну, стрёмная же ситуация. Ну, как мне кажется. Не хотел бы оказаться на его месте. Да, блядь! Всё, у меня опять дизмораль душная. Не хочу ничего. Хочу, блядь, играть в City Skylines. Боже мой, что делать? О, нихуя, меня сейчас спасли. Просто спасли. Тыквы. Хорош. Ну-ка, что же будет дальше? А я вам скажу, по-моему, пиздец будет дальше. Ну, блядь, ну ты... А! Ладно, вроде получилось все. Так, давай, закидывай, 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 закидывай в него. Блять, ну пиздец, я так и думал. Ну вот как нахуй тут можно успеть, ебаный в рот, пиздец. Жесткая хуйня, жесткая. Ну-ка давай, может быть, сейчас получится. Нет, сейчас точно не получится. Сейчас точно не получится. Так что, ну давай, давай, давай. Сбиваем, блядь, мыло. Получаем опять въебало, ну пиздец, ну как так-то нахуй, ну, блядь, залупа. Ну-ка, давай, хорош, хорош. Главное вот еще, блин, все это делать вовремя. А то прилетит, потом, блядь, хер настроишься на клавиатуре, а потом стреляет только в две позиции. В три там. Так, вот сейчас вроде без урона. Без дамага. Иди нахуй, блядь. Вот, хорош. Сейчас должно быть что-то поинтереснее. Хорош, помогли прям.
закинули куда надо, в горячую точку. Так, хорошо. Хорошо, идем, блядь, как не знаю, как надо. Хуже сейчас не может быть ничего. Точнее, лучше. Так, в какую сторону ныкаться-то? Хорош. Куда ныкаться, разобрались. Ну, пиздец. Сраные призраки. Ой, пизда. Ну нахуй, не хочу урон получать в пизду. Он мне еще пригодится. Да, они подставщики тоже, блядь, сраные. Как эти ебучие, блин, тыквы. Просто так умеют подставлять, вот смотрите, а что делают. Что творят. Может, ты просто расплавишься, дурак? Ну, я не стал уже тупо нахер одеваться, там уже некуда, блядь, пиздец. Ну, вот как так-то? Как так-то, ебаный в рот? Не хочу, хочу играть в Майнкрафт. Там все так легко и просто. Пиздец. Сраные призраки, блядь, сраный уровень. Но это не самое сложное, точнее, это, блядь, еще вообще не самое сложное. Скотина. Не самый заебный. Не знаю, он кажется таким простым на самом-то деле, блин. Что тут делать? Тупо, блядь, отбивать эту херню, да и все. И следить за тыковками. Но мне почему-то оказывается, что тяжело пройти. Ну, по крайней мере, мне... Да пиздец! Да пиздец! Не надо его добить на самом-то деле сегодня. Не хочу, не хочу потом. Я и так уже заебался играть. Ну пиздец! Хочу в казуалки играть всякие. Чтоб было легко. Чтоб ходил-то даже думать не надо было. Ну, блядь, гнида, блядь, ну последняя вот, сука, гнида, сразу же видно, блядь, какая-то. Просто тварь, а не человек. Сволочи, блядь. Ну нахуй. Ну давай, тварь, не человек. Просвещай. Сука, блядь, ну как всегда. Ничего нового, блин, кардинально я не узнал из этого. Как хейтят меня, так и хейтили. Так, сюда, сюда. Хорош. Еще даже в того понакидали чуть-чуть. Ну, блядь, ну... Сука. Ну, сука. Конечно, можно, блин, самонаводящиеся патроны взять. Нахуя? Но если чел сейчас с этого трая не пройду, то придется брать. Не хочу здесь долго сидеть. И так уже долго сижу, минут 10. Это до хера для этого босса. Он столько не стоит. Скотина, блядь. Еще глазами своими задевает меня. Мразь, мразь, что могу сказать. Хейтер, ёптать. Ну давай, давай, давай. Бортпроводник, блин. Красные стрелы. Ебать. Я уже думал, сейчас по мне по голове как прилетит, нахер, я свижу. Все, что могу. Вот гнида, нахер. Ну-ка, давай, кто из вас будет дуть? Хорош. Левый дует. Или жарит, я хуй знаю. Ну пиздец. Ну мразоты, ебаный в рот. Странная херня. Не могу, не могу как-то. Пока я даже до последней стадии не дошел. Вот это самое смешное. Go!
Боже мой. Как это сложно. Хотя, по идее, очень легко. Такой парадокс небольшой. Да, одновременно сложно и легко. Фух, я уж думал, бля, опять проебу хп. Там, может быть, и проебу, но не сейчас хотя бы. Заебись. Грамотно, грамотно. Грамотное позиционирование. Ух. Сейчас это гнида скинет, да, я так и думал, блядь. Какая же крыса, нахуй. Какая же, сука, крыса. Просто, блядь, крысиная крыса. Ненавижу крыс. Особенно геббельсов всяких. Ну куда меня катают? Ёбаный в рот, ну пиздец. Просто туда-сюда, ёбаный, как не знаю кого. Давай, давай. Усфиться, ну сплавься. Плавленый сыр. Твою мать. Ну твою мать. Ладно, не хочу опять тратить. ХП я лучше потрачу ульту. Ну нахер. Ну давай, давай, покажи мне, что ты можешь. Сейчас на самом деле покажет, как бы, я не удивлюсь даже ни разу. Опа, теперь накидываем в сердце. Накидываем, 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 накидываем. Одно хп! А! Блять. Опять что-то не увидел нахрен, что произошло. Странная хуйня. Ну пиздец, давай. Дает. Очень долго прохожу его. Очень долго. Его столько не проходит. Говно. Говно, дабл, пиздец. Говно случается, как бы, но вот пиздец. Именно сейчас оно случилось. Ладно, короче, давайте переключимся, когда я буду его гасить уже. Ну нахуй. Ебать, походу все, ГГВП. ГГВП нахуй. Это просто пиздец, а не босс. Нет, не ГГВП. Я не ебал вас. Ух! Нет, все-таки ГГВП. Я уже думал, сейчас проебусь просто в конце сам. В самом конце с одним хп. Было 3 хп и неуязвимость. Сейчас думал, все проебу, я бы вообще расстроился. Фух, не знаю, сколько вот было времени, но дохуя. Очень дохуя. Ну нахер такие приколюхи. Просто сложно. И не круто. Хотя думал, я его легко пройду, мне казался почему-то очень легким. Почему же, интересно, казался мне легким? Хуй знает. Ну все, на этом закончим, давайте. Ссылочка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.
I'ma put these things on you and never let up. See my mama, she was one when I was born. That a nigga like the E shouldn't.